Приехавших в Югру вахтовиков изолируют на 2 недели. Такое постановление накануне подписала глава региона Наталья Комарова. Новые меры приняли для предотвращения распространения коронавируса. Теперь по прибытии на месторождение работников будут размещать в буферной зоне на 14 дней, либо предоставлять каждому отдельное место проживания. К слову, вновь прибывших будет забирать отдельный спецтранспорт. Кроме того, руководителям предприятий рекомендовано выдавать работникам справки о состоянии здоровья. Добавлю, отныне срок вахты для прибывших в Югру продлевается от 60 до 90 дней.